Здравствуйте. Новая фотовыставка «Планета Земля. Самарская область» открылась в фойе культурно-выставочного центра «Радуга» города Самара. Знакомые туристические маршруты зовут нас в путешествие. Новые места Самарской области удивляют необычной красотой. На выставке представлен Холодный овраг, села Шелехметь, гора Ошпан-де-Нерь, Львова гора и горы Семи братьев в Ставропольском районе и Усинский курган. Также представлен архитектурный комплекс возле святого источника в Высоклинском районе, вид на село Лбище в Ставропольском районе и многое другое. Мы работаем для вас со вторника по воскресенье с 10 утра до 6 вечера. Ждем вас по адресу города Самара, улица Мичурина, 23. До встречи!